Приветствую всех на канале. Мы дошли до последней фазы. И на очереди у нас цветы данных. Посмотрим, что добавили. Еще какие возможности добавили создатели игры. Все посмотрите налево. И направо. Вверх. Вниз. И влево. И вверх. И вправо. Эх. Моя шея не сделана ни для чего иного, кроме как смотреть ровно вперед. Но будем надеяться, что вы более ловкие. У вас есть новая команда. Для каждого напр. Используйте ее, чтобы быстро посмотреть каждый из 8 окружающих кубов вокруг каждого рабочего. Я бы предложил название «Стоять крутиться», но никто никогда не слушает моих замечательных идей. Для каждого напр. Направление, наверное, не направо, я думаю. Повтори для каждого из 8 направлений работника. Полезно для определения окружения. Содержимое не направление каждой клетки пола вокруг будет помещено в слот памяти. Если клетка пуста, то и слот будет содержать ничего. Видите эти группы кубов данных? Сложите значение кубов в каждой группе и напишите результат в ее центр. У вас есть новая команда для каждого направления. Рабочие могут использовать эту команду для того, чтобы легко посмотреть каждое из 8 направлений вокруг них. Используйте кнопку, чтобы узнать о команде больше. Так, каждый у нас на вертикали находится. Ну что, попробуем. Сначала берем то, что у нас под ногами. Находится на юге. Дальше нам нужно будет в цикле дойти до вот этого центра. Так, сразу же цикл сделаем. Хотя нет, цикл. Прыжок. И здесь будет цикл, после которого мы выберемся. По сути, если снизу будет куб, этот же мы взяли, значит мы его не отследим, значит из цикла можно будет выбраться. Если не будет тогда куба, то тогда мы делаем шаг вниз. До тех пор... Нет, не вниз, а вверх. Пока... До тех пор, пока снизу у нас не появится куб данных. То есть мы не окажемся каждый вот в этой ячейке. После этого в фазу вступит последняя программа. В память мы присвоим... Для каждого направления. А, можно еще и выделять. Будет как слот первый. А во втором слоте мы будем добавлять. Считать. То, что находится в первом слоте. И, по сути, здесь будет уже конец цикла. После этого записываем в то, что у нас в руках, то, что находится во втором слоте, и опускаем. Я надеюсь, правильно эту команду записал. Посмотрим, что получится. Так, прыжок однозначно должен быть в цикле. Вот так. Поехали снова. 0, 6, 6. 6 плюс 0. 7. Ну, пока считает правильно. Так, верхние досчитывают. Прям впритык. Локальный максимум. Давайте вместе посмотрим на нашу комнату. К
кто самый хороший работник, кто самый щедрый, кто самый красивый, кто самый безрассудный и сиганет прямиком в уничтожитель, кто дарит лучшие подарки, кто громче всех ест. Я уверен, что все мы можем найти самую выделяющуюся вещь среди нескольких, поэтому каждый из вас должен встать в центре группы кубов данных и использовать свою новую команду для каждого направления, чтобы узнать наибольшее значение из тех, что есть вокруг. Подберите и уничтожьте его. Что насчет меня? Я же проголосовал за то, чтобы оставить после себя след из разбитых сердец и занести их в таблицу. Пока неплохо получается. Подберите и уничтожьте куб с наибольшим значением в каждой группе. Так, здесь у нас будет два шага. По сути, два шага влево. Дальше нам понадобится переменная. Ну, хотя шреддер можно сразу вперед. Уничтожитель. Дальше. Для каждого направления будет слот второй. Так. Если... Так, нам понадобится еще одна переменная. Третья. В которой мы будем записывать первое значение и сверять с ним. То есть мы должны в памяти хранить, если оно будет больше, то, соответственно, будем записывать сюда. Но поначалу присваиваем именно его. Так, для каждого направления, как слот 2, то есть первое сохранение идет. Так, здесь получается второй. Если второй, нет, третий будет меньше, чем второй, то, соответственно, вот это будет здесь. Все, здесь в цикле это все прогоняется. Дальше поднимаем. Поднимаем наименьший, получается, и отдаем ее в уничтожитель. Два шага. Все логично. Добрососедство. Куда вы все ходите по ночам? Я лишь предполагаю, что вы спите где-то в куче в подвале. О, я поняла. У вас есть маленькие домики. И предполагаю, у каждого домика есть собранные рядом с ним другие домики. И все это вместе формирует окрестности. Со спортивными мероприятиями и распродажами пирогов и общественным транспортом. Я рада, что у вас есть всякие интересности вокруг. Однако здесь мы можем определить конкретное направление. Для каждого куба снизу запишите количество соседей во всех 8 окружающих его клетках. И запишите этот номер на самом кубе. Это будет отличным анекдотом на вашей соседской посиделке. Сколько соседей есть у каждого куба? Каждый куб должен показывать общее число соседей в 8 клетках вокруг него. Подсказка от начальства: будьте осторожны, если команда «если» видит кубы только если они на полу. Если же запрос попадет на клетку, на которой находится рабочий, держащий куб, то команда «если» будет отрицать наличие куба в клетке. Ага. Ну, в принципе, это и так уже заметил. Ну, по сути, это мины. По сути, это сапер. В Wells Heartbreak я реализовывал подобную штуку. Но здесь удобная функция посчитать то, что вокруг. Но здесь код будет немножко дольше, поэтому я поставлю на паузу. В общем, что получилось? Поднимать кубы для подсчета вокруг них
кубов нет смысла, поэтому можно даже эту проверку не вставлять. Во-первых, нам нужно определить, куда двигаться, влево или вправо. Для этого нейтральную переменную берем четвертую и присваиваем туда значение 1, если справа есть стена. Если же нет, то, соответственно, там остается значение ничего. Далее идет проверка, куда делать необходимые шаги. Если единица, то, соответственно, делаем шаг влево, то есть справа у нас стена. Иначе другой совершенно шаг. Дальше здесь у нас будет подсчет всех необходимых, подсчет количества кубов вокруг необходимого куба. Далее подсчитывается вот это условие, то есть если куб данных вокруг проверяем, то, соответственно, мы прибавляем к ячейке единицу. После всех расчетов мы подбираем этот куб, данные в него вписываем и бросаем. Вот и все. Вот таким образом они будут работать. Зачем здесь номер 49 был указан для начала, не всем понятно. Он никак не используется в игре. Хорошие соседи. Здесь становится слишком тесно. Думаю, данные со мной согласятся. Хороший сосед, дальний сосед. Переложите кубы, как вам нравится. Главное, чтобы у каждого из них было не более 3 соседей. Так, вот. Задачки пошли действительно сложные. Ладно, поставим на паузу и подумаем над этим, что в итоге получится. В общем, сэкономить по времени не получилось, но по командам вроде более или менее что-то вышло. Опять же, здесь будет хаотичное движение. Возможно, это будет очень долго. Идет проверка основная. То есть часть направления только взял, этого будет достаточно. Как выяснилось, только несколько раз эту программу прогонял, она сработала. То есть только вертикальную. Дальше идет шаг в любом направлении до тех пор, пока мы не найдем место, где 3 куба данных находятся по вертикали находящиеся. Дальше он подбирается. И ищем туда, куда бы его бросить. Взял я 4 направления. То есть у нас в руках должен быть куб данных обязательно. Плюс 4 направления не должны соответствовать кубу. И тогда куб можно будет помещать. Бросить сюда. Часть направлений мы уже проверили еще здесь. Они остаются, поэтому нет смысла их указывать. А часть, она уже как бы, если эти условия выполняются, соответственно, и нет смысла проверять другие и тратить на это время. Но даже этого не хватило, этой оптимизации. Поэтому мы его бросаем и возвращаемся в начало, делаем шаг к новому кубу и проверяем все остальные условия. По сути, все. Все, сейчас они начинают хаотично двигаться, и вот эти все условия начинают проверяться, они начинают их таскать. Это может долго продолжаться. Но в итоге получилось. Но, как я уже говорил, время явно не очень хорошо у нас отработало. Теперь сделаем на скорость. Но это тоже будет не так просто, поэтому я опять же поставлю на паузу, чтобы не затягивать видео. Здесь, по сути, получилось все то же самое. Единственная разница, что мы не бегаем хаотично за кубами, случайно, ну, с целью напасть на них случайно. Мы записываем ближайший слот и двигаемся к нему, в случае чего. Ну и, соответственно, вся остальная программа, она не изменилась.
То есть движение теперь более осознанное, но у нас получилась лишняя команда, и как я не пытался, у меня не получилось сократить ее до 10. Может, у вас получится, можете писать свои варианты в комментариях. Потому что задел по времени, в принципе, есть, но почему-то оно никак не работало. Почти добрались до верха. Особая яма. Я уже ничего не понимаю. Здесь есть записка, в которой написано: ищите чего-то. Найдите ближайшую дыру и войдите в нее. Одна из бездонных ям в этой комнате – ваша цель. Каждый куб данных на полу обозначает расстояние данной клетки до этой особой ямы. Найдите ее и войдите в нее. Что-то жесть какая-то. Можно, в принципе, так чисто логикой определить это, но опять же прописать для каждого программу, которая позволит ему добраться до туда. Ну, судя по всему, яма вот эта. То есть, по сути, всем нужно туда войти. Но написать ее координаты напрямую мы не можем. Да. Ладно. Я думаю, стоит поставить на паузу. Это явно непросто, но по логике мы должны искать просто вокруг цифры и двигаться к ним. Таким образом мы доберемся до конца. Ладно, попробуем. В общем, вот что получилось. Мы ищем ближайший куб данных и двигаемся в его сторону. Дальше мы вокруг него ищем наименьший куб, либо яму, если мы находимся на единице. То есть каждое значение помещаем в слот номер 2 и начинаем его сверять. Если мы стоим на единице и рядом с нами и в слоте 2 находится дыра, значит мы двигаемся в этот слот. Или слот 2 просто меньше нашего значения. Мы, соответственно, снова смещаемся. То есть с тройки мы идем в двойку и так далее. С единицы мы всегда идем в дыру. И делаем это так постоянно. Таким образом они постепенно дойдут до туда. Но это не быстрое решение. Ну, количество команд однозначно вытащили. Теперь нужно сделать то же самое, но скорость. Нужно подумать. В общем, получилась такая штука. Здесь начало неизменно, мы также идем к ближайшему кубу, дальше идет проверка. Если она единица, мы ищем ближайшую дыру и шагаем в нее. Если же нет, мы ищем меньшее значение и присваиваем это значение. И дальше все повторяется. Так они двигаются немножко быстрее. И этого времени хватает, чтобы уложиться в необходимое время. Сортировка в одиночку. Знакомый вид. Когда-то давно у нас было похожее задание. Но тогда на каждый куб было по одному рабочему. Сейчас же рабочих у нас осталось мало. Нам следовало быть осторожнее со своей рабочей силой все эти годы. Теперь будет сложнее. Но уверен, вы сумеете догадаться, как это сделать. Маленькие слева, большие справа. Вам не впервой. Отсортируйте кубы по возрастанию слева направо. Сколько всего у нас их? 6 человек. Сколько? Так, 6. Первая партия, вторая партия, третья. А, здесь даже не ровно. Всего 20 значений. А их только 6. Ни на 3, ни на 6 не делится. Ну ладно, попробуем с этой задачкой справиться.
вы тоже можете ставить на паузу и пробовать свои варианты, ну или вообще установить эту игру и пройти. А это видео использовать только как гайд, я в любом случае добью ее. В общем, получилась вот такая штука. То есть мы перемещаемся туда-обратно. По сути, эта программа только для одного персонажа, но так просто будет чуть быстрее, потому что их шестеро, по сути, она для одного. И можно было бы этих сотрудников просто убрать, они для проверки, чтобы не мешались. Делаем шаг и дальше. Если куб перед нами больше, чем справа, мы подбираем куб снизу и бросаем его, получается, на место самого рабочего. После этого делаем шаг на его место, подбираем то, что справа, и бросаем на это место. А то, что подбираем здесь, мы опускаем уже в эту часть, в ряд. То есть таким образом меняются две части. По сути, все. То есть сортировка идет два соседних значения, и мы периодически просто перемещаемся между ними. Вот идет сверка, достает, опускает, переходит и ставит на место. И выходит снова из ряда. И таким образом они будут бегать. Но это не так-то быстро, и я заметил, что они постоянно смещаются в эту сторону. То есть рандом не очень-то прям рандом. Поэтому время здесь явно не укладывается. Но зато количество команд отрабатывает хорошо. У вас получилось. На самом деле я думал, что это задание невозможно выполнить. Но по времени мы чуть-чуть не уложились. Поэтому сейчас будем делать на время. В общем, на скорость получилось вот такой. Во-первых, мы разделяем сотрудников. То есть делаем два шага, если справа есть хоть кто-нибудь. То есть таким образом они оказываются через два значения. Так будет более равномерно. Дальше. Присваивается значение, это нужно будет для сравнения. Дальше идет та же самая обычная сверка. Проверяем тоже сотрудников, этот слот, который сделали. Дальше идет сортировка, она никак не изменилась. Мы подбираем то, что внизу, бросаем, перемещаемся на необходимое. В общем, сортировка двух ячеек. Или так называемая пузырьковая сортировка. Но она в другом немного заключается, но это не так принципиально. Если у нас есть стена, то мы двигаемся в левую сторону. Иначе в правую. Вот и все. Таким образом мы постепенно смещаемся в сторону. И таким образом происходит сортировка. Таким образом это будет быстрее. То есть они перемещаются уже не хаотично, просто влево или вправо, а конкретно. Все, вот идет разделение. И поехали. Сверки. Это получается первая итерация. Они двигаются в одну сторону. Как только они дошли до стены, они начинают двигаться в сторону второй. Таким образом получается вот такой цикл. Для этого и включена проверка на сотрудников здесь, чтобы были необходимые шаги. Все, вот она дошла до стены и пошла снова. Я даже испугался поначалу. Среднее мы не укладывали. Ленивые дорожки. Вы видели мои ноги? Я нет. Они довольно короткие. Поэтому я стараюсь ходить как можно меньше. Хотел бы я знать, как далеко я должен пройти до каждой клетки комнаты.
Каждая клетка вокруг меня на расстоянии одной клетки. Затем две. Я уже посчитал несколько расстояний за вас, как видите. Пожалуйста, теперь вам нужно изменить все 99 на минимальное расстояние до этой клетки. А я побуду здесь. Ну, принцип понятен. Мы ищем единицу, и от нее начинаем смотреть все ячейки вокруг. И уменьшать. Но это тоже не быстро, чтобы не затягивать видео. Я, соответственно, поставлю на паузу. Вы можете также ставить на паузу и самостоятельно подумать об этом. Также в комментариях вы можете присылать свои решения, если у вас получится сделать их лучше. В общем, дальше идет действительно жесть. И даже эта программа не всегда выполняется. В общем, в цикле происходит движение в эту сторону. Вот этот шаг нужен лишь для того, чтобы попасть сюда. Так как их много, они начинают блокировать себе дорогу, периодически идут именно сюда и доделывают необходимые вещи здесь. Если мы куб данных находим, мы начинаем в цикле проверять каждую ячейку. Записываем ее как слот первый. И если он равен кубу данных, мы, соответственно, к нему добавляем единицу. То есть в данном случае он здесь будет равен 100. Если она получается больше, то есть наше значение получается больше первого, то мы подбираем и пишем его сюда. Но не больше определенного значения. Даже не знаю, как это объяснить. В общем, я здесь выкидывал, и периодически она отрабатывает как нужно. Так, нет, еще раз. Если куб данных мы увеличим на единицу, если то, что мы увеличили на единицу, то есть 100, будет больше того, что уже имеется, на чем мы стоим, соответственно, мы уже этого не делаем. То есть то значение будет больше, то, что у нас в памяти, а у нас это значение меньше 100. То есть таким образом мы меняем. Но мы можем сделать так, что случайно мы пройдем так, что эти ячейки просто не будут кем-то затронуты, потому что мы двигаемся хаотично. Это компенсируют и остальные, вот эти сотрудники, потому что они периодически возвращаются за счет вот этой точки. Она нужна здесь еще и для этого. Но остальные я убрал, потому что иначе они бы тусили туда-сюда, туда-сюда. Нам нужно, чтобы они все равно сместились в эту сторону. Вот они получают сотня, но это не то значение. Так как им мешают другие сотрудники, они не всегда перемещаются в нужном направлении. Так, кто-то, видимо, двойку поставил, он сюда тройку выставил. Это не значит, что до сюда три шага. Он еще пойдет и начнет сверять с этими значениями. В общем, это долгая штука. На скорость здесь вообще тяжело уложиться. Не думаю, что даже у кого-то получится, но если получится, мне будет интересно посмотреть. То есть, видите, у нас здесь осталось 99, и никто его не смог поменять. Есть шанс, что вот эти оставшиеся, они это сделают. Да, вот. Мы до него наконец-таки добрались. Это обычно самая долгая часть. В ходе программы даже эти числа могут меняться, то есть вроде бы все уже здесь, но что-то здесь бывает некорректно посчитано, потому что мы отталкиваемся от тех чисел, что уже здесь стоят. Ну давай последнюю.
Здесь тоже должна быть девятка. Вот. Фух, это была работенка не из легких. Все отлично поработали. Меня переводят в другой офис. Поэтому наша команда очистки должна здесь прибраться. Я уверен, они оценят ваши старания. Первое однозначно было очень долгим. Но ни одно из них не попало даже в цель. И красное — это совсем плохой результат, но при этом теперь я понял, что это значит. Одно и более спешно не смогло успешно выполнить во время случайных тестов. Да, красный столбик в тесте скорости отвечает за проваленную попытку запуска программы. Вот у меня получилось воспроизвести условия, при которых она перестает работать. Попробуйте выполнить программу снова, но внимательно следите за ее работой. Но сильно не хочется это делать, по крайней мере задание считается выполненным, теперь нужно ее оптимизировать на скорость. Но здесь будет совсем другая программа. Я думаю, что даже часть воспроизводить не стоит из этой. Писать просто с нуля. Присылайте свои варианты. Будет интересно посмотреть. В общем, на скорость у меня так и не получилось ее оптимизировать. Поэтому пришлось подсмотреть немного даже в интернет. Собственно, там было приведено вот такое решение. Для тех, кто стоит у стены, они делают влево два шага, все остальные делают движение по диагонали. Зачем это сделано, не совсем понятно, но программа в эту часть больше не возвращается. Дальше присваивается значение в том, в котором они находятся. Те, которые у стены, получается, дойдут до этого края, все остальные дойдут примерно до сюда, но по диагонали. Дальше идет проверка. Так, часть первого цикла. Так, здесь у нас идет основной цикл, в котором идет первая часть. Если то, что мы присвоили, будет куб данных, то мы двигаемся к нему. А это значение обнуляем. То есть оно становится единицей. Иначе мы двигаемся в каком-то направлении, кроме диагональных, назад. Дальше большой цикл, если. То есть the while, пока не будет выполнено то или иное условие, мы не выпадем из цикла и не вернемся обратно. Если мы стоим на кубе данных, мы присваиваем слот 2 значение этого куба. Если оно не равно 99, то мы добавляем 2 в слот 4. Что это за слот? Пока не совсем понятно, иначе мы присваиваем ему 99. Дальше для каждого направления слот первый помещаем значение и сверяем со слотом вторым. Если во втором слоте это то, на чем мы стоим, если оно будет больше, то и одновременно слот первый, то есть то, что вокруг будет куб данных, то мы присваиваем его значение слот 2. Честно, не совсем понятно, как это работает. Если слот 1 равен кубу данных... Такое ощущение, что это тоже наугад набросано. Ладно, посмотрим, что в итоге получится. Не совсем понятно. Вот они делают первые шаги. Это понятно, как сработало. Дальше они начинают свои расчеты. Здесь он увидел тройку, соответственно, поставил 4. Здесь двойку увидел. Так, здесь еще 99. Ну, наконец он досчитал. Ускорим. Ну, как видно, двигаются они несколько быстрее, чем в моем варианте на количество. И даже эта часть уже, в принципе, сделана еще и правильно.
Да, это действительно быстро. Ладно, нужно будет за кадром посмотреть еще раз эту программу, но совсем непонятно, как это все считается у них. И то впритык. Один даже не выпал, но зато все выполнились. Так, 62-го мы начнем уже следующую серию. А на этом я прощаюсь с вами. Всем пока.